протяжении многих лет у меня есть стандартный ответ на вопрос, что ты будешь делать 1 июня. Я знаю, что 1 июня я всегда приду на марафон благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». Нам 17 лет, и у нас ДЦП с рождения. Вот он у меня чуть-чуть ходит. Я обратилась в «Обыкновенное чудо» первый раз. Это решилось. И они мне помогли. Я им очень благодарна. Девочки, молодцы. Я в начале марафона говорила о том, что когда 11 лет назад телекомпания ТВ2, творческие журналисты, люди творческие телекомпании ТВ2 создавали эту акцию, она стала народной. И вот на протяжении 11 лет это, в общем-то, этот тезис подтверждается. А в целом за этот год у нас обращений порядка 100, все получили помощь.